Так, время месить роботов. Эй, я сюда перемещался. Собака, он еще перед ней перекидывает. Он думает, он лучше знает, где мне надо. Итак, мы столкнулись с этой ходячей фигней в прошлой серии, которую я влил, не знаю, 1000 патрон просто. Это просто адский ад какой-то сейчас. Но мы его осилили. Правда, скорее всего, неправильно его осиливал. Не понял. Кто здесь? Ладно. Вот. Кто? Какого черта? Я ж вас всех убивал. В общем, ходячая эта машина на двух ногах с ракетами, это просто нечто. Я до сих пор не понял, как ее убивать. Что, 1000 патрон тупо влили. Давай, давай, беги сюда, беги, беги, беги. Собак, столько патрон мимо. Ладно. Я еще расслабился, думаю, у меня 1000 патрон, кто мне что сделает? А оказывается, могут. Ресурсы я на крафт не беру, потому что пока смысла нету. О, вот это вот фигня. Это вообще неубиваемая адская машина. Я ее трогать не буду, идите лесом. По крайней мере, не сейчас. Уж мне осталось, грубо говоря, 100 патрон. Я влил в нее... Там был герой, я влил в нее 1500 патрон где-то. Ну, в лоб. 1500 патрон, две ракеты. Вот будет базука, я подумаю, как с ней сражаться. А пока это просто неубиваемая вещь. И просто так грохать ее... Не знаю. Она еще собака постреляет и уходит. То есть я там... Пока переискал другое оружие в ящике, я первый раз воспользовался калашом. И я стрелял, я наполнял его бронебойными, знаете, вообще. Просто прям вливал в него. Вот она, вот так вот сдохла у меня там. В общем, вся серия была уничтожение ее и все. Только ради одной машины все. Так что опасян, опасян. Что это такое? Ну ладненько. Нужен ключ, нужен ключ. Да ладно. По квесту сюда меня, да, вернут еще. Никого нет. Всегда удивлялся людям, которые могут в прыжке прыгать и находить все. Я не буду бегать все искать, потому что это смысла нету. Но, вы же помните, начали серию игры вообще с того, чтобы все шарили. В этом нет смысла, мы только зря можем потратить патроны. Уровень мы особо не подымем. На низких локациях новое оружие вряд ли появится. То есть мы обшарили весь первый остров и максимум нашли еще эндербаш. То есть тут скорее так разбросано, чем глубже идешь. Чем глубже идешь, тем круче оружие. Ну и поэтому я не вижу смысла особо простаивать. Только по квестам, если чтобы было куда побегать, получить опыт. Что-то было или мне показалось? Показалось. Так, стоп. Дорожка вверх, дорожка прямо. Вот прямо могут быть патроны. Мы сейчас качаемся до... Кто? До нового рюкзака.
Ага. Че, все? Воу-воу, кто где? Косой стал вообще, не понимаю. Вроде снайпер, кажется. Ай-яй-яй-яй. Целится прям в рожу, а ему хоть бы хны. Так, по аптечкам у меня все очень плохо. Я сейчас использую военные, последний остался. Они очень хорошие. Вот если научусь их... Ну, я, по-моему, такая же, да? Давайте проверим. Вдруг она в 3 звезды будет. Нет, ладно. Стойте, нет, это охотничье ружье. Так, навесное оборудование. 270, но... Патрон почти нету никаких. А в чем прикол, почему она хуже? Так, ну ладно, пока выбросим. Мы еще найдем. Вау, кто-то хотел улететь. Ладно, эти мелкие пока бесполезные, не знаю, зачем они топливные. А, походу, если я не уничтожаю, ну, в смысле, этим выстрелом в голову, то у них остается еще топливный. То есть они защищались... О! Ха-ха-ха-ха-ха. Смотрите, какая крутая вещь. Ништяк, пусть 2 пистолета будет пока. Компрессор. Потом поменяю. То есть они здесь бежали. Малый эми-блок может пригодиться. Он бы пригодился, если бы мне бес не кончался. Тут еще 2 оружия есть? Да ладно. Все, пошел перевес. Ну почему? Я же все выкинул лишнее. А, автомобильный эми. А, вот она, еще одна кто-то. Кто ты? Стойте, я кого-то слышу. Мне не нравятся эти звуки. Так, они не выдержали защиту. Но этот блокпост прям хороший. Но мне звуки не нравятся, они как-то все ближе и ближе ко мне идут. Так, мне нужны аптечки.
Все, перевес. Хотя я только патрон набрал. Что это? Расшифровка сообщения. Война проиграна, но надежда же жива. Регион с тремя островами. Идите к северу, там, где находится солнце, там, где заканчивается земля. Нас 23, пока в безопасности. Доктор, все инопланетные жестянки не смогут победить. Истина прямо здесь. Дядюшка... А, эти... Ага, дядюшка Калы, Фредди. Вот это мне надо, и все, и заживу я. Чтобы это было, мне нужно выжить. Так. Ха, велик сделай, ага. Сдался мне этот велик. Но, что-то вот какое-то задание. Но это видно что-то для сети, для коопа. Так, вот это вот интересно. Патрон дробовика, взрывчатка, свинец. Я свинец вообще нигде не находил. Что б скинуть? Дробовик мне нужен, потому что он на ближнее расстояние на случай. Пистолеты я оставлю. Пистолет, пулемет. Да нечего скидывать, вообще нечего. Ну давай. Повесить хранилище. Целый еще килограмм куда-то деть надо. Давайте дымовые пока поскидываем. Все, все остальное это мне нужно по-любому. Или нафига он мне сдался? Вот аптечки бы. А, что, все это... Диски какая-то. Предмет поднят. 250 опыт. Все. Ну, это безопасное место. Так, следующая наша точка, куда нам надо идти, что это? План бункер Соркис. О, господи. Отследить. Убрать отметку. Мы сейчас будем бежать через полкарты к нему, да? Где он? О, стойте. Фак, он мне говорит, иди туда. Ну, давайте отсюда пойдем. Потому что тут роботы шарятся. Они меня отправили на центр острова. Зачем? Я не знаю. По крайней мере, мы попробуем туда сбегать. Безопасные места захвачены, будет попроще. Все, побежали, побежали, побежали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, здесь у нас патрон дофига. Здесь патроны у нас кончаются в целом. Но пока еще есть запас. В случае, когда совсем кончится, поменяем АП, пистолет, пулемет. Просто я их не скидываю, потому что в любой момент они могут кончиться, и мне нужен запас хоть какой-то. Дробаш, он хороший. Все, что могу про него сказать, это дробаш. Я бы с собой еще базуку таскал. Тогда можно одно оружие скинуть. Вот это он очень слабый, я не знаю почему, что за автомат, но он почти не бьет, но поэтому я его и трачу. Лагерь. Кто-то одиночный пытался бежать. Надеюсь, у меня ничего такого прям разведанного нету. Глок.
Давайте, мне надо найти роботов, убить их, получить 8 уровень и улучшить рюкзак, радоваться жизни. Симулятор прогулки по лесу. Why not? Папа. Ничего, я еще потом прокачаю бег. Был ли я тут? Наверное, был. Ёж твой за ногу, вот это бег. Ладно. Что нам здесь остается? Нам ничего не остается, только бежать. Тут, конечно, за открытие локации тоже дается опыт, прочее. Но... Хм. Но этого мало. Хорошо, что хоть еду здесь не заставляют добывать с собой, так сказать. То вообще таз был бы. У меня больше нет нигде сзади, ничего разведать. А то скажешь, сюда добирайся. Ну, мы сейчас дойдем сюда, а потом будем здесь бегать. То есть, смотрите, мы уже затащим весь этот остров. И у нас остается только сюда. А отсюда сюда. И квесты закончились, все, можно отдыхать. Наверное. Наверное, пистолет надо было скинуть, я его все равно использую довольно редко. Так бы пока с магнумом побегал. А, ладно. Скину при следующем безопасном месте. Ну, а я здесь был. Вот здесь фигня сидела, я ее убил. Нет, хорошо. Все-таки странно, какие-то роботы появляются, какие-то нет. Как это работает? Типа я должен убить и зачистить или как? Так, вот сейчас начинается живое место. Так, большой шарик, понял. Я же могу в дом заныкаться? Да, могу, отлично. Вот, у него слабые места где-то здесь. И с другой стороны также. Я же говорю. Фига себе. Вот это бронебой. Воу-воу-воу-воу. Слэш. Мне что-то было больно. Я себе не ожидал, что я с этой поколки его сломаю. Кто еще? Все? Кто-то же. Так, до уровня не хватает. А че вы пустые-то, я не понял? Че, не ждали меня? Спасители. То есть они здесь отдыхали, принимали заказы, покупки. И на этом все закончилось. А, перевес, да ладно. Я ж так патроны взял. Как так? Как может быть из-за патрон перевес? Вы серьезно? Я не буду скидывать патроны. Вообще не буду. Я хотел ракетные снаряды скинуть, но тоже не буду. Кто знает, когда они пригодятся. Вот найду базуку, скажу, о, ништяк, сейчас я раскидаю вот эту большую ходячую фигню. А балалайка мне. Так вот, потому что эти гады запретили мне стрелять. У меня нету ничего лишнего, вот нету. Как тебя взять-то? Ладно, иди лесом. Полевая станция, нафиг надо.
Она весит дофига и только одноразовая. Тут. Кто ты? Я стою за тобою, Мюллер. Так. Выбросить. Ну, закрой ее, давай. Блин, перевес вообще. В 1 килограмм. Ну, а что я сделал? Тут все нужно. Если это сейчас не пролутаю, то все. Считай, пропало. Я, конечно, могу скинуть патроны, которые не использую вообще. Типа 9 миллиметров для пистолета. А вдруг буду? А, ну по-любому я не могу перемещаться с перевесом. Так что расслабьтесь. И просто наслаждаемся прогулкой. Это же игра про гуляние. Знаете, вот эти казуальные игры, где просто бежишь... гуляешь, смотришь на происходящее, такой, вау. Вот, у нас то же самое. На. Я путаю клавиши. Я КТРЛом думаю, что он ложится, он садится. Рефлекс. Перевес, есть перевес. Чем я по перевесу? Целый килограмм, да мне нечего выкидывать, ну нечего. Надо срочно уровень набить. Буквально набиваю уровень. Вот смотрите. Капец, он их выбивает. О, кто-то засаду делал. Полтора килограмма. Да нереал же это сейчас выкинуть. Никаким макаром. Ну или дробаш скинуть, потому что дробашом я вряд ли буду использовать, пока у меня есть, по крайней мере, вот этот еще автоматик. Вот этот. Потому что, смотрите, так, навесное оборудование. 155. 2000! Две, мать его, тысячи, это же капец. Да, надо будет дробаш скинуть, пистолет скинуть. О, я почти дошел, отлично. Это капец долго... Игра, ты издеваешься, да? Я не буду скидывать. Уничтожьте машины. Осаждающие кого-то. Что? Они сами уничтожаются? Чего? Может, не вмешиваться, они сами справятся? Вау, вау, вау. Ай, 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 ай. Так. Я не знаю, когда мне это понадобится, честное слово, но рано или поздно этот момент настанет. О.
Не золотой ли он? Нет. Сейчас мы с ними справимся. Это лишь вопрос времени. Пока я добегу, конечно. Но они вели здесь оборону. Что это? Так, стоп. Смотрите, это Автомаген 5. Автоматген Вар 5. Скорость стрельбы, но урон меньше. Так, навесное оборудование. 5.56. А у меня кто здесь? 7.62. Чего? 5.56. Чёрт. Ладно, надо тащить. 5.56, это же, наверное, хорошо. Хотя ладно, пока не нужно. Выбросить. Хотел бы я тебя потаскать, друг. Но не получится. Кого они там осаждают, мне вот вопрос. Ну-ка, давай проверим. Тупой дождь, ничего не вижу. Черт! Ракетный. Сейчас мы этого повалим. Давай! Фак. Собака. Хорошо. Так. Есть. Нет, все беспустительно добить. Ау, 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 ау.
Фак, а сколько он здесь держаться-то будет? Ха! Тупой робот не может видеть меня, что я здесь. Робот, когда я по ним стреляю, когда я встречаю роботов, роботы делают дзынь. Да, очень меткий. Понял бы еще разницу между оболочными и бронебойными, а то вдруг я зря сейчас фигачу. Но может и понять пока. Бронебойный патрон для штурмовых винтов. Все, что пишет. Вот и все. Давай! А? Кто? Есть! Один очок навыка, наконец-то. Что это было? Откуда? Сколько у меня теперь вес? 80, отлично. Оружие 8, фига себе. Как зайти внутрь? Чувак, откроешь? Тупые доски, нафига они мне? Так, будет ли здесь безопасное место, в чем вопрос? Радио, нафиг надо? Эти вот уже дослушались своего радио. Что это? Так, что за оружие? Автоматический дробовик. Но у него тоже, да, 12 калибр. Ну да, 12 калибр. Ну это набор, да. Помповый или обычный какой-то, не знаю. Так, этот выбросить. У него по статам он хуже. Мне главный урон. Скорость выстрела не имеет значения, если тебя сносят быстро. Эх, ребяточки, ребятушечки. Что за стрелочка? Что на меня горит? Тут никого нету. Посмотрите, лагерь в поиске выживших. Да нет здесь выживших. Сто пудов. Тут гадалки ходить не надо. Ну и роботов нету, ни выживших. Ай-яй-яй-яй, дождь же идет. Какого черта горю? Ну, здесь куча патрон. Куча. Эх, ребята, че же вы так плохо оборону-то выстроили? Блин, обидно будет, если здесь застрять, потому что бежать сюда-обратно это отдельная тема. Вот нафига я прокачал, чтобы патрон больше был? Мне теперь так дофига, что хоть задом ешь. Так, мне нужно найти безопасное место, если оно здесь есть.
Топ-топ-топ-топ-топ. Есть как-то. Все разнесли, видите? Вообще ничего не осталось. Этот чувак не добежал. А кто вас убил, когда вас там штурмовали? Ну, то есть, в плане, что ворота же закрыты, закрыты. И кто их всех убил здесь? Значит, кто-то изнутри. Крыса внутри, понимаете? Оружие 1 из 8. Ой, да ладно. Все-таки каким-то макаром нужно уменьшать количество таскаемого с собой оружия. А это сложно. Смотрите, он уже окоченел. То есть убили давно, не только что. Так, аптечки-то хорошо, правда, не знаю, что здесь было. О, помповый дробовик. Ну, у меня такой есть. Не, с друзьями здесь, наверное, прикольно, когда ты играешь, толпой можно зайти. Всем есть оружие, никто ничего не потеряет. Что здесь у нас? Шиномонтаж, понятно. Вообще можно от роботов строить такие баррикады простые. Да я ж твой за ногу, лишь бы утащить что-нибудь. Так, аптечки мне нужны, это точно. Сколько же килограмм набил? 10! 10 килограмм это только патронами, ёлы-палы. Собаки. Я хотел спасти его. Ну да ладно, там лут плюс-минус одинаковый. А что, мне сюда надо? Да ладно, выживший. Так, ну ближнего боя я скину оружие. Оно, наверное, не нужное, но... Фига себе, я не ожидал здесь выжившего найти. Слышу, слышу. Уже встаю. Ты должно быть из новеньких. Если тебе еще никто про меня не рассказывал, я Калле. Возьми рацию. Фредди тебе все объяснит. Подойди-ка, а где Фредди? Где все? Последнее, что я помню, как ударился головой. Боже, да тут камня на камень не осталось. Сельское хозяйство в регионе есть древний форт. Но мне в таком состоянии туда не дойти, слишком далеко. Может быть, ты поможешь мне? Найдите форт. О, он рядом. Ты можешь не отслеживать. Все. Сейчас мы отправимся, скинем все лишнее. Прежде всего, мне нужно понять, смог ли мой племянник или хоть кто-то еще выбраться живым. Да, я понимаю, ты меня в первый раз видишь, но в этом мире либо мы, либо пришельцы. Так что я буду доверять тебе, а ты мне. Нет. Я тебя мог в том же подвале пристрелить. Но я думал, обычно в таких играх нет выживших. Ну все, мы теперь видим новый план, который у нас будет в следующей серии.
Ну, честно, я не ожидал увидеть выжившего. Вот что-что, но не выжившего. Так, тут должно валяться. Вот оно, как раз вовремя. Так, давайте все скинем лишнее. Ты мне служил верой и правдой, но пора отставать тебе пока положить в хранилище. У тебя тоже хранилище. Дробаш тоже пока. Все. То есть из оружия у меня останется ты. Здесь этого за глаза будет. Было прикольно, если так перезаряжаешься, ты теряешь все 6 патронов. Ну, до форта что по времени? 5 минут. Не успею, наверное. Да и бежать, смотрите, через пол карты. Так, я вот скинул. Все равно 5 килограмм перевеса. Патрон, конечно, да, фига. Но патроны я не буду тратить. В любой момент мне, возможно, понадобится взять другое. И потом сидеть, перетаскивать этот микро туда-сюда. Нафиг надо. Пистолет, конечно, грязненький. Ржавчики. Ну ладно, давайте на этом пока закончим и попробуем в следующей серии. Пока.